Офигеть, сейчас машина загорится. Какой струйка, который тут. Они не успевают тушить огонь, быстрее разливается. Еще у них такая экипировка, воды. И что, горит, а уже там много. Да. Только сейчас начали хоть как-то тушить. Там патио наверху. Я боюсь, они сейчас еще хуже сделают. Там что-то типа или пластмасса, или масло наверху, но водой не тушит. Вот я же говорю, да, они, по-моему, водой хуже делают, оно еще больше. А сзади мужик поливает свой двор. Да, окружает свой двор сзади. Ну, нет, зачем, потому что здесь не так уж и жарко. За 100 километров этот дым, то есть у нас там даже 100. Да, если до нашего дома доходит и дальше идет. Да, оно распространяется все дальше. Да. Странно, что еще тот дом напротив, на который ветер дует. Эти, глянь, раскаленные балки внутри, железные, они аж светятся. Да, они красным светятся, жутко. По-моему, не спасут они эту машину. Там что-то уже бахает. Это или шифр, или баки. Ух, повалило что вообще. Что-то там еще загорелось. А, еще один шланг тащит. Так оно уже горит, сколько времени? Уже они только приехали, да, только да. Начали. О, второй включили. Оно горит уже минут 40, если не больше. Они только сейчас начали пытаться что-то делать. Хорошо все работает, ребята. Ага. В жизни я видел, как тушат дома, причем на такие простые, такими струйками ничего тут не делать. Тем более, что оно горится там сверху. Что. Да, а там вода, эта струя даже наверх не добивает просто тупо. А внизу там гараж, неизвестно, что в гараже. Задвери. Ага. А дым вообще. Тут уже столько людей пришло. Ага. Он уже распространился на начало крыши. Да, уже вон дымит начинает он кусок. Только что был чистый пока. Еще ветер, он распространяет все это быстро очень. Thank you.